канал Airgun Media. Сегодня вашему вниманию представляем охотничий гладкоствольный карабин от Тульского оружейного завода ТОС, модель КО ВССЛ Ланкастер. В комплект поставки входит документация к оружию и сам карабин. Данная модель собрана на базе знаменитой винтовки ВСС Винторез. Цевьё и магазин выполнены из пластика. Приклад выполнен из дерева. Затыльник выполнен из мягкой резины. Снизу на прикладе имеется антапка для продевания ремня. Основные части оружия выполнены из оружейной стали. Открытые прицельные приспособления регулируются. Сверху на ствольной коробке имеется планка-вивер для установки оптических или коллиматорных прицелов. Предохранитель блокирует ход спускового крючка. На карабине установлен ствол с овально-винтовой сверловкой типа Ланкастер. Автоматика карабина работает за счет энергии пороховых газов, которые забираются из канала ствола. Для того, чтобы разобрать его, необходимо нажать на клавишу и поднять крышку ствольной коробки. Далее снимаем возвратные пружины. Направляющую и затвор. Затвор имеет 6 боевых упоров. Сборка карабина происходит в обратном порядке. Данная модель отлично подойдет для ходовой и промысловой охоты. Магазин отъемный, вмещает в себя 10 патронов калибра 366 ТКМ. Фальшглушитель на этой модели съемный. И выполняет более декоративную функцию. Установка происходит в обратном порядке. Приобрести эту модель вы можете в любом розничном магазине сети Airgun только самовывозом, при наличии лицензии серии LGA и паспорта. Более подробную информацию вы можете уточнить у наших менеджеров. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и пишите в комментариях, что бы вы хотели увидеть далее в наших обзорах.